Лену. Сегодня у нас здесь будет целых 9 часов. Мы все посмотрим и все снимем и покажем вам. Хорошего дня. Привет! Вот мы и в Вене. Вена встретила нас ярким солнцем, достаточно теплой погодой. Не слишком жарко, не слишком холодно. Как раз очень комфортно для того, чтобы пройтись, погулять и посмотреть все достопримечательности. Чем мы сейчас и займемся, и вам покажем их обязательно. Да, смотрите, видео нарезочку. Расскажи, как тебе пиво? Походу писить было криво. Очень вкусное венское пиво, просто нереально. Нам очень понравилось. А находимся мы в местечке Саленбрау. Саленброй, если быть точным. Какая-то пивоварня, которая готовит свое собственное пиво. У них тут несколько сортов, они просто божественные. Мы буквально через неделю поедем в Чехию и будем сравнивать вот как раз таки австрийское пиво с чешским. Ну, вроде как говорят, что чешское это эталон, самое вкусное. Но если есть что-то вкуснее, чем это, то это просто обалденно. Вот. В общем, всем рекомендуем это заведение. И по ценам, кстати, достаточно приемлемые. А порции просто гигантские. Порции, да, офигенно большие. Мы взяли блюдо одно на двоих и объелись. Крольчишки. Да. Как вам местная вегетарианская еда? Хорошая, вкусненько все. Пусты, тарелки. Да. Все вкусно. И полное желать. Все отлично. Довольный, как